Друзья, в Гагаринском парке в Симферополе поселился вот такой вот малыш, вернее, не поселился, а вылупился, а потом уже поселился у индоутки. И мама бдит, постоянно за ним следит. Он в том гнездышке, видите ли, дупло такое, вывелся. И, кстати, индоутки, в отличие от многих других уток, очень даже любят летать и даже выводить потомство в дуплах. Вот так вот, друзья. Но насколько индоутки крупнее обычных кряков, посмотрите, даже селезень кряквы, насколько меньше мамы индоутки. И все ее побаиваются, видите? На самом деле вид, конечно, не очень эстетичный у головы индоутки. Вот эти вот наросты на лице красные, они отпугивают многих, даже хищников, которые готовы охотиться на индоуток, и те робеют, видя вот такой вот такие наросты. Что ж, друзья, всем мира и добра!